смотреть, какие распаковывает свой новый рюкзак. Вот такой и будет, и есть мой рюкзак. Теперь мы берем... А где вы его приобрели? Я его приобрела, как вам сказать? В супермаркете. В каком супермаркете? В Билли. В Билли. Помочь вам? Да. Держите рюкзак. Его тут заклеили уже. Я его рву, как могу. Как можешь. Давай, распаковывай. Как можешь. Тебе нравится именно с красненьким? Рви, давай. О, порвался. Пакет порвался, а не рюкзак. Пакет. Рюкзак нравится? Да, вот такой. Аккуратненько. Там такие висюльки красивые. Хороший, вместительный? Да, вместительный. Бумажечка. Фирма как называется? Я не знаю. American Tourist. Вот так, да? Да. Что тут еще есть? Потайной карманчик? Да, вот такой потайной карманчик. Что ты туда будешь ложить? Потайные денежки? Да, потайные денежки. И телефон? Да, но телефон я туда не буду ложить. И вот оттуда легко доставать будет? Да, и вот я сюда буду ложить. Вот здесь? Да. Прорезиненный карманчик для чего? Для телефона. Нет, прорезиненный карманчик для зонтика, чтобы не намочить ничего внутри. Ладно. А вот здесь двойной карманчик с резиновой вставочкой для бутылочки для воды и для мелочевки всякой. Да. А еще внутри есть что? Что? Открывай. Еще один карманчик? Открывай полностью карманчик. А, это не карманчик. Да. Внутри большое отделение, в котором находится карманчик для ноутбука, да. Карманчик для документов и для мелочевки, да. Всякой. Да. Да? Да, там еще есть. Покажите. Такой маленький, вот такой. И с замочком, да? И вот такой маленький, и еще замочек. Сейчас посмотрим, что там есть. Тут тоже бумажечка, сертификатики соответствия, на английском языке тоже, да? Да. Много всего, да? Да. Удобненький будет, как вы думаете? Думаю, да. Угу. Нравится? Да, мне нравится. Вот такой. Померяйте. Вот красивый у нас рюкзачок, повернись спинкой. Будет как школьный тебе, да? Да. Класс.